Здравствуйте, с вами на связи Александр Ивлоев. В этом видеоуроке я хочу рассказать вам, как самостоятельно сделать голосовое поздравление или же приглашение. Вспомните, как вы поздравляете знакомых, друзей и родственников, например, с днем рождения. Скорее всего, это звонок на мобильный телефон или письмо по электронной почте, в лучшем случае с вложенной картинкой. Просмотрев этот видеоурок, вы научитесь использовать еще один оригинальный способ поздравления. Итак, что нужно для того, чтобы сделать голосовое поздравление? Я уже скачал текст поздравления в интернете. Прошу прощения. Записал его в формат MP3. Также скачал в интернете звуковую подкладку, которая будет звучать в течение всего поздравления. И сейчас покажу вам, как все это хозяйство можно смикшировать. Открываем редактор Adobe Audition. Немного сворачиваем окно. Левой кнопкой мыши цепляем голос и помещаем в первую дорожку. Также левой кнопкой мыши цепляем звуковую подкладку и помещаем во вторую дорожку. Разворачиваем окно. Так, теперь послушаем звуковую подкладку и определимся, где мы будем снижать громкость, чтобы хорошо было слышно голос. Я думаю, что лучше всего будет сделать затухание голоса в тот момент, когда прозвучала фраза «С днем рождения». Для удобства работы предлагаю расширить поле по вертикали, чтобы у нас оставалось два трека. Делаем засечку левой кнопкой мыши на поле громкости. Делаем еще одну засечку, тянем ее вниз, то есть уменьшаем уровень громкости фона. То же самое мы проделываем по завершении голоса. Так, далее делаем очередную засечку и самый конец фона мы уменьшаем громкость до нуля. Итак, у нас почти все готово. Треки перетаскиваются очень просто. Левой кнопкой мыши цепляете и перетягиваете в то положение, которое считаете необходимым. Давайте прослушаем, что у нас получилось. Раз в году, как в песне, день рождения. Радуйся и здравствуй от души. Для тебя природы пробуждение, для тебя родник поет в тиши. Год трамплин тобою взят как прежде, год другой мечтами озадачь. И доверься пламенной надежде, с днем рождения, счастья и удачи. Слово «удача» у нас плохо слышно, потому что быстро нарастает громкость. Мы его чуть-чуть сдвигаем. И слушаем, что у нас получилось. Поздравляем с днем рождения. Раз в году, как в песне, день рождения. Радуйся и здравствуй от души. Для тебя природы пробуждение, для тебя родник поет в тиши. Год трамплин тобою взят как прежде, год другой мечтами озадачь. И доверься пламенной надежде, с днем рождения, счастья и удачи. Итак, файл у нас готов. Нам осталось соединить два трека в один. Для этого мы идем во вкладку «Редактирование», «Смикшировать файл», «Все аудиоклипы»,
Нажимаем «Да». Сохраняем рабочий проект на рабочий стол. И получаем цельный готовый файл. Этот файл нам необходимо сохранить в формат MP3. Заходим во вкладку «Файл». «Сохранить как». В поле здесь вы можете выбрать тот формат, который вас интересует. Мы же сохраняем формат MP3. Название файла «Микс». «Сохранить». Вот наш готовый аудиофайл, который вы можете отправить по электронной почте и поздравить с тем или иным праздником друзей, родных или близких. Сейчас мы его прослушаем. Раз в году, как в песне, день рождения. Радуйся и здравствуй от души. Для тебя природы пробуждение, для тебя родник поет в тиши. Год трамплин тобою взят, как прежде, год другой мечтами озадач. И доверься пламенной надежде, с днем рождения, счастья и удачи. Итак, процесс успешно завершен. На этом видеоурок закончен. Благодарю вас за внимание. С вами был Александр Ивлоев. Пока!